это время мы на самом деле очень тяжело работали. Несмотря на наш веселый нрав и наши улыбки, мы очень устали. Это было тяжело. Это было и психологически тяжело, и физически тяжело, и морально тяжело. У нас же экспериментальный во многом этот проект. Поэтому мы сейчас столкнемся с кинематографическими нюансами, которые мы могли предвидеть отчасти, какие-то, наверное, не могли предвидеть. То есть, несмотря даже на то, что, опять же, все делились с нами там, космическим опытом и так далее. Но это опыт, это первый раз. Ну, то есть, второй будет... Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем, конечно, усложняет мою роль в роли. Потому что приходится учить свою роль. Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза. Надо представлять все время. Ну, тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся. Поэтому надеюсь, все получится.